Калейдоскоп красок и ароматов. В самый разгар лета прилавки ломятся от сезонных ягод и фруктов. А вот почем сегодня эти витамины и как их правильно употреблять, узнавала Надежда Долгих. Малина в опрятных лукошках, черника и голубика. Черешня, сливы, персики и нектарины россыпью на прилавке. Первый вопрос – во сколько обойдется сочный микс? Килограмм 160-150, смотря какая черешня. А абрикосы? Абрикосы 120 рублей. По голубике садовой та же самая цена. Малина в этом году чуть-чуть держится пока. Вообще в том году она уже была 200-250, пока еще цена не падает. Черешню, персики и абрикосы поставляют из Узбекистана, Азербайджана и Армении. Чернику и голубику из Тверской области и Владимира. А вот импортная клубника с прилавка уже пропала. Осталась только наша, тульская, с огородов и дач, как и садовая ежевика и малина. Ну, сейчас черешня, потому что она скоро сойдет. Абрикосы, варенье варить нужно уже, пока не еще. Нормальной, по нормальной цене. Рука так и тянется. Попробовать витаминов прямо у прилавка предлагают и продавцы. Однако делать этого ни в коем случае не стоит. Фрукты и ягоды преодолели путь в сотни километров и требуют обработки. А поможет в выборе даров солнца обоняние. По аромату можно определить, насколько сочным и сладким окажется плод. Важен тут и цвет. Например, персик с желтой мякотью более ароматный, а с белой более сладкий. Ягоды стоит оценить на вид. Они не должны быть водянистыми, а кожура поврежденной. Некоторые люди думают, что если срезать подгнивший бочок, то можно потом этот фрукт употреблять. На самом деле это не так. Потому что плесневые грибы, которые, в общем-то, вызывают плесень, они выделяют токсин, ботулин, который оказывает канцерогенность. Патогенные действия, токсическое действие на печень. Также Роспотребнадзор не рекомендует отовариваться вблизи автодорог. Делать это стоит в местах организованной торговли. Товар здесь прошел экспертизу. Кроме того, важно знать, как правильно промыть ягоды и фрукты. Ягоды, такие как и малина, и земляника, и клубника, следует промывать в друшлаке под проточной холодной водой в течение 5 минут. Необходимо еще 2-3 раза опустить их в такие контрастные ванны с горячей, но не кипящей водой, и с холодной водой. Уже появился на прилавке пузатый и полосатый. Однако арбузы покупать пока не решаются. Августовская ягода. Сейчас и июльская скатерть-самобранка полна угощений. А с соблюдением санитарных норм витаминный коктейль пойдет на пользу. Надежда Долгих, Алексей Петрушин, Вести Тула.